21 обращение от главы государства рассмотрел Конституционный совет страны за время своей деятельности. Об этом сообщил его председатель Игорь Рогов. Всего же, по его словам, были изучены около 190 обращений. 74 от председателей и депутатов палат парламента, 66 от судов и 27 от премьер-министра. Несоответствующими Конституции признаны более 25 законов и международных договоров. Это были какие? И о внесении изменений и дополнений в конституционный закон о парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов. Это изменение, сам гражданский кодекс, его самая первая редакция. А внесение изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан по вопросу вероисповедания. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок.